Прошу, Господь, за тех, кто так устал бороться, кто все идет, но больше не бежит, чье сердце так устало бьется, кто так устал от этой суеты. Прошу, Господь, за тех, кто унывает, еще вчера кто верил и любил, а вот сегодня выхода не знает, за тех, кто с горя руки опустил. Прошу, мой Бог, за тех, кто потерялся. Нет, ни в лесу, ни в городе большом, кто в своих мыслях вдруг беспомощным остался, в советах данных в прошлом ему. Прошу за тех, кто падает с обрыва, кто оступился лишь не сделал шаг, но кто до этого безудержно молился, Господь, не дай ему сейчас упасть. Прошу за тех, которые любили, на крыльях веры так парили в небеса, но люди ведь им крылья обломили, теперь они упали в прах. Прошу за тех, которые прощали, которые молились за врагов, которые упавших поднимали и слушали всегда твой тихий зов. А вот сегодня как-то погрустнели, и нету силы верить чудеса, быть для тебя полезными хотели, но спотыкнулись в этом мире зла. Прошу за тех, что так ждут утешения, кому бы только твой увидеть взгляд, кому бы только каплю вдохновения, он этому безумно был бы рад. Прошу, Господь, за тех, кто усомнился, кто так устало проживает дни, кто вдруг подумал, что ты отдалился. За всех беспомощных прошу я, помоги. Мой милый друг, может и ты сегодня устал бороться и стремиться ввысь. Но если даже очень будет трудно, прошу тебя, тем более борись. И даже если трудно будет помолиться, и от усталости и слезы не лились, и нету сил искать вновь утешенье, прошу тебя, тем более молись. И если крайне не хватает веры, перед тобой опять закрылась дверь, когда в тебя летят жестокие стрелы, прошу тебя, тем более ты верь. И если даже в мире том жестоком тебя боль распирает изнутри, когда любить уже нет больше силы, прошу тебя, тем более люби. Ты победишь, и Бог тебе ответит. Он тот, кто может исцелить сердца. Не бойся, что тебя он не заметит. Его любовь безмерно велика. Он знает твою грусть, твои печали, имеет утешение для тебя. И даже если все друзья предали, он верен, он с тобою навсегда. Аминь.